Председатель Бобруйского горосполкома Игорь Кисель встретился с молодыми специалистами учреждения образования города. В активном диалоге приняли участие более 80 парней и девушек. Основная тема – профессиональное становление молодого педагога как приоритетное направление развития системы образования. Назначен новый первый заместитель председателя Бобруйского горосполкома. Им стал Игорь Урбанович. Ранее он возглавлял КПУП «Горсвет» города Бобруйска. Внушительный опыт работы в системе жилищно-коммунального хозяйства – хорошее подспорье для решения поставленных задач. «Динамо Шинник» завершает домашнюю серию матчей. Сегодня в 19 часов подопечным Андрея Михалева предстоит встретиться с командой золотого дивизиона «Московским Спартаком». Стоимость билетов от 2 до 10 рублей. Болеем за наших! На Георгиевском проспекте изменилась организация дорожного движения. Теперь на одном из аварийных участков города, пересечении улицы Минской с проспектом Георгиевским, с крайней левой полосы, ранее обозначенной только влево, можно проехать только прямо. Разметка и знак уже установлены. Для поворота необходимо пересечь главную улицу, доехать до Крылова, до разворота. С 21 сентября по субботам и воскресеньям в Бобруйске будет проходить ярмарка «Золотая осень». Разместится она на открытой площадке по улице Максима Горького, проезжая часть вдоль 41-го дома. В широком ассортименте сельскохозяйственная продукция, мясная, рыбная, товары пчеловодства, плюс богатый выбор саженцев, плодовых деревьев и кустарников.